впервые вижу здесь лося, то есть такого вообще не слышно. Чтобы здесь лоси были, это вообще удивительно просто-напросто. По словам молодого человека, в этом районе он живет больше 10 лет, но лосей никогда не видел. Сбитое животное обнаружил проезжавший мимо водитель. Машины, совершившей наезд поблизости, не наблюдалось. Только заднее стекло осталось на дороге. Вот ехал, остановился, он уже лежал. Но он еще шевелился, потом... Удар получился такой силы, что у лосенка переломало ноги. По словам очевидцев, какое-то время неподалеку от погибшего животного бродили еще два лося. По виду мама и еще один детеныш. Но когда на месте стали собираться люди, животные ушли в направлении города. Это же такое редкое явление. Не часто это бывает. Ну, забрел. Все утро лосиху с лосенком видели в районе улицы Космонавтов. Уже к обеду лосенок, отстав от матери, забрел в садовое общество и окончательно заблудился. На помощь животному пришли люди. По предварительным данным, малышу, если его, конечно, можно так назвать, чуть меньше года. Как он здесь оказался, скорее всего, так и останется загадкой. Но уже принято стандартное в таких случаях решение. Животному сделают специальный укол, после чего вывезут за город и выпустят в привычную для него среду обитания. Обездвиживание. Это благо. Он сейчас будет видеть. Пока представители зообоцсада готовились к операции по спасению, на месте появился хозяин дома, у стен которого обосновался лосенок. Изначально мужчину напугало такое соседство, но позже, набравшись храбрости, он твердо решил оставить лосенка себе. Вот, нормальный лось, без всяких проблем. Откуда взялся? Взялся дикий лось прямо сам по центру города? Или как? Капусту дайте. Вон она валяется. Где? Вон. Алло, 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 алло. Куда ты, милый? Перспектива стать домашним животным лосенка, видимо, изрядно напугала. Тот собрался уже было снести забор, но вовремя подействовало снотворное. Многочасовая операция по спасению закончилась ближе к вечеру на берегу реки Меша. Именно туда отвезли лосенка на постоянное место жительства.